Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Данного видеоролика рекомендую вам новый бонусный проект в индустрии Гитак РМП. Над сиром работает профессионал, и скоро будет открытие. В группе есть конкурс, в котором вы можете выиграть админку первого уровня. Также в скором времени будет сайт и форум. В общем, всем рекомендую. Переходите, смотрите, ждите открытия. Ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Так, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервер YouTube Roleplay. Я уже снимал на данном сервере уже не одну серию, и каждый раз он радует меня своими обновлениями. Итак, чуваки, вышло очередное обновление, также вышло обновление модпака, потому что помню, когда последний раз снимал, у меня была другая машина, это была, по-моему, хотя, блин, я же на админской машине катался, вот я тупанул. Ну, вроде бы админ, то есть, вроде бы модпак новый, видите, у меня это Subaru BRZ. Только ее бы, блядь, найти еще. Спаун поменялся, вроде бы, как я помню. Вот, новый спаун у них такой. Давайте возьмем скутер, отправимся к моей машине. 150 рублей аренда скутера стоит, окей. Сервер это у нас бонусом, бонус здесь 3 миллиона и x2 день. Сейчас лайн 14 человек, при том, что сейчас 9 часов утра. Я думаю, это довольно-таки неплохо. Давайте пропишем финт, ой, точнее, фикс кар 1. Окей, мой автомобиль находится на Нашане, хорошо. Все, мы движем туда, заберем нашу Subaru BRZ, и поедем, покатаемся, посмотрим, что добавили нового, возможно, переоденемся, потому что нужно уже сменить скин. В принципе, посмотрим, в автосалон зайдем, посмотрим новые машины, какие есть. И, возможно, даже купим себе какую-то машину. Но нам нужна хотя бы квартира. Поэтому сейчас мы едем за нашей Subaru. Вот она, моя Subaru BRZ, как я понимаю. Ну, это, по идее, моя, да, должна быть? Да, это моя тачка. Кстати, моделька довольно-таки такая прикольная. Не колхозненькая такая. Давайте ее заведем. На двоечку машинка заводится. Чуть-то скутер стоит. Не, ну прикольная такая. Надо будет в тюнинг съездить, потому что что-то она мне в стоковом виде не очень. Колесики ей бы побольше, цвет бы получше, и было бы заебись. Ну, давайте посмотрим, какие вообще машины есть в автослоне. Так, X5 есть. Потом Камара. Шаха есть, кстати, да. Потом есть Лансер 10-го поколения. Toyota Camry 2016 года, по-моему. Lamborghini Aventador, Mercedes 600, Opel, не знаю какой, Ferrari. Потом у нас вот такая вот тачка, ой, мотоцикл точнее. Во, BMW M5 F10 есть, Mitsubishi, не знаю какая. Этот, как его, Санчес. Range Rover SV, автобиография. Хотя, по-моему, это не автобиография. Может, я ошибаюсь. Может, это просто СВА. Так. Крузак 230 тысяч стоит, пацаны. Крузак 230 тысяч. Так, я тоже это заинтересовало. Так, самая дорогая машина здесь, это, так я понимаю, вот этот вот гелик. Он стоит 20 миллионов. Так. БМВ. Единичка, по-моему. Чипырка. Мотоцикл. Еще один мотоцикл. О! О, да. Так, стоп. Нет. Honda S2000, блин, это, конечно, тема. BMW M3 была. Mercedes. Беха еще одна. Блин, тут, кстати, много дешевых машин, какие можно нам приобрести. Да, они дешевые. О, кстати, RS-ка, блин. Audi RS7 я бы купил, если бы она, блядь, дорогая. Так. Subaru, точнее, Lancer был. Блять, какой Lancer, блять. Skyline. Извиняюсь, что туплю, пацаны. Просто, блядь, недавно проснулся. Так, BMW M3. О, Audi TT есть. Блин, ну, блин, естественно, у них модпак такой хороший, я вам скажу. Так, теперь давайте сейчас купим то, что я хотел.
А что я хотел, пацаны? Я думаю, нам этого хватит, что я хотел. Сейчас купим самые дешевые машины, какие я видел по пути. Это крузак и Honda SD1000. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Вот этот крузак. Так, цвет. Давайте белый, наверное, белый. Белый. Как там, через запятую, да? Через запятую, окей. 1-1. Не, пусть он будет черный. Выбрать. Купить. А, сюда. Понимаете, пацаны, мы сейчас за малые деньги купим себе такой автопарк. Это будет пипец просто. Вот в чем весь прикол. Так, вот еще одна наша машинка будет. Понимаете, блин, у нас сейчас будет полный автопарк. Потому что у нас денег мало, пацаны, поэтому я покупаю дешевые машины. Сейчас осталось нам купить Honda SD1000. И будет просто все замечательно у нас. Просто будет все в ажуре просто. АМР, номера какие-то поставились у нас с другого автомобиля. Так, давайте найдем все-таки эту Honda S2000. Она должна быть где-то вот здесь рядом. Вот она. Давайте цвет и сделаем. Ну, пусть будет она желтая такая. Уточка. Бля, хотел... Стоп, я цвет перепутал, иди. Так. Во. Все. Беру просто. Бля, надо купить ее. У меня нету випки. Да, мы не сможем купить. Рили. Понятно. Я, конечно же, бомж, у меня нету кредитов. Понимаете? Вот в чем вся проблема. Так, я перезашел, потому что что-то меня там заглючило. Чуваки пишут, ну, чувак пишет, типа, вот ты, типа, этот, ты снимаешь. Да. Какой-то чат странный. ЮТ. Типа Ютуб. А, ну да, это ж Ютуб сервер, блин. Че я туплю, блядь? Это значок у них, блин, если бы он, знаете, светился бы это красным, там, белым, черным. Как-то по значок Ютуба было бы вообще охуенно. Было бы реально охуенно. И вот мой крузак стоит. Сейчас мы поедем в тюнинг. И купим себе новый скин, я думаю. Блин, а это походу не мой крузак, да? Один. Фикскар один. Фикскар один. Мы все парковки потолкаем эту машину. Ой. Что у меня за номера такие? Это мои номера? Серьезно? Это мои, да, номера? Я вот прям серьезно. Так. Карпас, Карпас. Есть тут Карпас? Не, нету тут Карпас. Что у меня за такие номера прикольные? Так, ну ладно, фикс-кар. Фикс-кар 2. Так, фикс-кар 2. Ага. Конечно, я фейк. Да, чуваки, я фейк, по-любому просто. Я ему ничего даже доказывать не собираюсь. Чё сесть в машину не могу? Можно сесть в мою машину, пожалуйста? Ладно, давайте возьмем туда БРЗ нашу. И поедем. Просто поедем. Рублевка по-любому здесь занята, но давайте заедем, посмотрим просто, что там происходит. БРЗ. БРЗ. Может, это вообще нужно тут заехать. Деревушка такая прикольненькая. Кустики везде растут. Забор в виде кустов. Не, ну прикольно, блин. Мне нравится, кстати. Мне довольно-таки нравится. Я сейчас буду писать, что я фейк, но мне похер, я его не буду ему даже заказывать, понимаете? Видео, если захочешь, посмотреть на канале.
Что-то он потерял меня. Он думал, что туда поехал, но я уже туда уехал. Ну ладно. Поехали тогда в тюнинг. Если он здесь есть, конечно. Пробуем затюнить нашу БРЗ. О, тюнинг, походу, здесь есть, да? Это 600, так, и 100. О, да, заебись. Так, давайте 176, 0. Во, так, гидравлика, нитро. Понятное дело, нитро мы ставим, так, диски. Ууу, Вася, бля. Ты можешь сейчас диски нормально ебануть. Винилы есть? Не, наверное, машины нету, видимо. Диски. Мне, честно говоря, диски понравились, эти какие-то прикольные. Мы их, наверное, и купим. Ремонт нам не нужен, так. Во, это прикольно выглядит на этих песочках. Давайте еще раз заедем. Давайте цвет поменяем. Так, 176, 0. Один, точнее, потому что, бля, я диски не вижу, так. Диски. Мерседеса, блядь, конечно. Во, вот эти можно поставить. Так, цвет 176. Вот, 170. Во, тачка будет на стиле вообще. С золотыми бесками просто. Просто булочка, булочка. Просто реально булочка. Можно будет еще бочком вальнуть. О, да. БРЗ на бибесках золотых вообще шикарно выглядит просто. Просто шикарно. Так, заправиться не нужно, теперь нам нужен магазин одежды. Чтобы сменить наш имидж. Не, ну крутая Subaru получилась, я думаю. БРЗ. Subaru БРЗ. Конечно, я не очень люблю эту БРЗ, ну именно эту модель БРЗ там, но, блин, прикольно так выглядит, конечно. Ничего не сказать. Давайте зайдем, переоденемся. Это побыстрее, потому что я машину забыл заглушить. А бензин нынче дорогой. Так, что там самый дорогий скинов есть? 6 лямов, ебать. 6, мать его, миллионов. А, вот, 400 тысяч есть, да? 350 тысяч. Бать, тут вообще 600 тысяч. А нет, это 6. А, да, 600 тысяч. Это самый дорогой скин. Вообще как нихер делать просто. Мы должны быть самой лучшей одеждой просто. Просто вот просто так на аватарку ВК, блять. Всё. Так, может в казик залетим, а ну, давайте. Блять, как там она открывается? Блять, как машину открыть вообще? Лок один. Во. Что-то я тупанул, блин. Думал, что тачка не открывается. Так, поехали. Оп. Пошла, моя родная, пошла. Давай, оп-оп. Казино, 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 казино. Бля, я козырно припарковался вообще. Только я так мог сделать. Так, давайте посмотрим, может что-то есть. Конечно, денег у нас не особо много, но... Не, видимо, здесь никого нету. Ну ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. IP-группа Модпак будет в описании. Всем пока-пока. I said, man, I'm all